уважаемые гости. Здравствуйте, уважаемые бабушки, дедушки, мамы и папы. Здравствуйте все. И мы говорим вам... Здравствуйте всем, кто хоть немного окунулся в это маленькое королевство Танцурятия, которое вот уже 10 лет украшает наш индустриальный район, украшает наш город Хабаровск. И пусть его нет пока ни на одной политической карте мира, но зато оно прочно держится в танцевальной карте нашего города. А нашему городу скоро юбилей, и нашему району скоро юбилей. И ансамблю «Танцуряда» сегодня юбилей. Thank you.
Королевство не будет королевством, если у него не будет верных подданных, умной королевы и энергичного короля. Верных подданных мы с вами лицезреем на сцене. Умная королева, мы подозреваем и практически в этом уверены. А вот король, это пока загадка. Можете присылать свои записки с версиями короля вот сюда, пожалуйста, на стол. И в конце концерта мы вручим специальный приз от ансамбля «Танцурят» тому, кто угадал, кого эта версия наиболее правильная. А пока на нашей сцене маленькая Олечка. Встречаем! Подарок, творческий подарок, приготовила педагог лицея искусств
Рябузова Марина Викторовна. Встречаем.
приглашений, концертов, выступлений не обойтись же. А без внутренней репетиции никакого. А если королевство сказочное? А если в нем живут, допустим, всякие сказочные персонажи, например, гномики? Гномики, встречай! Thank you.
И остаются люди. Вот заезжают к нам иностранцы всякие. Вот были на днях русские, например. Потешались, так знаете ли, по-русски. Thank you.
красиво. Русские тоже интересные, да? Ну, оставим пока народы и дипломатию на чуть-чуть попозже. А сейчас мы прямиком с вами отправимся в королевский усятник. За здравицу простую. Мы тебя все очень любим, все на
нужной кучей, меньше быть под грозной тучей неуспехов, неудач, а напротив, больше грандиозных дел, больше солнца, проблемы поменьше, радости побольше, достойной жизни и как можно дольше. Коллектив Центра творчества и вас, уважаемый Владимир Владимирович Вишняков, лично передавал. Приглашается почетный гость королевства Лаврова Елена Владимировна, руководитель ансамбля «Юность» средней школы 32. Дорогие друзья, поздравляю ваш коллектив, родителей, замечательным юбилеем. Желаю, чтобы еще не один юбилей вы отметили вместе. Творческого долголетия вам, хорошей сцены, терпения и примите наш скромный творческий номер. Пожалуйста, поздравляю вашего руководителя с своим напутником. И вот скоро собираемся вместе как все даже устраивать с ней. Так что будем дружить всеми коллективами. Thank you.
слова нет. Ни разу не видел лицо короля. В лицо, разумеется. А каких ведь чудес только нету на приемах, давалах, которые мне за 10 лет пришлось провести, как церемонимейстеру. Здесь вам и королева, и придворные с королевой, и вот прямо-таки, скажем, откровенные чудеса, ну, например, матрешки. Встречаем матрешек.
Вот знаете ли... Антракт! Ну, антракт, так антракт. 5 минут антракта! Thank you.
гостям. Руководителем ансамбля «Улыбка» седьмая гимназия Светлана Савина и Елена Тимирова. Встречаем! Thank you.
Уважаемые гости, в знак благодарности примите от нашего королевства танец маленьких хозяюшек. Хею вальс. Thank you.
осенью побывал. Аж запахло. Вы знаете, осень присоединяется к поздравлению Натальи Валентиновны. Поговорила с весной и послала у нас сегодня дождь, который сейчас замечательным потоком льется на улице. Ну, дождю мы слова не предоставим, иначе мы здесь все станем мокрыми, а предоставим слово нашему следующему почетному и уважаемому гостю. Байкина Лена. Надо сказать, пока Лена поднимается на сцену, она является выпускницей ансамбля «Танцуря». Маленьким ребенком она пришла в этот ансамбль и танцевала в нем. И танцевала. До выпуска. Итак, Байкина Лена, встречаем. Добрый день. Вы знаете, мне очень приятно присутствовать здесь, на этом празднике, на юбилее моего коллектива. И знаете, даже не верится, что 10 лет назад я пришла сюда, в этот коллектив. И все здесь было ново для меня. И, конечно, не все получалось сразу. И хочется сказать большое спасибо моему руководителю Савиной Наталье Валентиновне за ваше внимание, за заботу, за ваше терпение, за то, что вы дарили мне и дарите сейчас праздник, радость танца. А теперь стихи вам и коллективу. Весенний день, веселый, теплый, светлый, несется новость звонкой волной. Десятый отмечает день рождения, свой юбилей наш коллектив родной. Окажется, что вот совсем недавно мы робкими девчонками пришли, и именем забавным танцурята наш коллектив тогда мы нарекли. И в первый раз шутя мы пели с Васей, на танец разрешали пригласить. И пусть мы танцевали за добавку, друг с другом научились дружить. Не все, конечно, сразу удавалось, и падали, и плакали не раз, но помогал идти нам с танцем рядом и дружно жить руководитель наш. Вам говорим огромное спасибо, желаем счастья, радости, добра, чтобы веселой, заводной, задорной мы в жизни оставались бы всегда. Творить, дерзать, одерживать победы и в жизни не сдаваться никому. Успехов, счастья, мира, долголетия желаем коллективу своему. И какой подарочек, кем я наряжусь, это тут прием грима, я думаю, что всегда пригодится это коллективу. Это действительно были самые первые ученики. И вот еще одна из этой же компании, человек, который тоже вместе с Леной пришел за 10 лет назад и начал танцевать, а потом так увлекся танцем, что он и пошел дальше. Человек пошел, это Шулепова Ирина Александровна, она пошла дальше, она пошла учить в училище. И закончив училище, она пришла работать. И тоже работает в хореографе. Мне очень приятно поздравить ансамбль «Танцурята» с юбилеем. Если перевести 10 лет на человеческий возраст, 10 лет это не так уж много, это маленький ребенок, который учится в 3-4 классе. Я желаю ансамбля дожить до совершеннолетия. Нам ведь тогда будет 10 лет, а им 18. И творческих успехов, конечно, и наш творческий подарок. Thank you.
знак благодарности наш эстрадный танец.
нашего королевства. И следующая категория – это подружки. Беспечные, милые, сердечные, но подружки. Yeah.
Всякое в королевстве может произойти, верно? Государство все-таки, сами понимаете, небольшое, но вот такое вот. Следующий танец – Полечка с интригующим названием «Однажды».
примерная жизнь у нас в королевстве кипит, бьет ключом, знаете ли, освещается различными событиями и датами. Что наша жизнь? Чудеса, да и только. Благодарим, пожалуйста, по голову. Спасибо большое.
поздравить нас. Спасибо вам. Спасибо, что вы пришли. Ну и, конечно, спасибо родителям, которые пришли, все это организовали, которые будут детей, которые занимаются своими детьми, вот, и детям за то, что они все-таки собрались, хоть было сложно и трудно им с дисциплиной управиться, но все-таки более-менее они управились, и праздник состоялся. Я тоже хочу, чтобы мы дожили до 18-летия, как пожелала Нина Веснушки и Нина Александровича Шулипова. Вот. И мы вас всех снова пригласим в этот дружелюбный и праздничный зал. А на этом мы хотим с вами попрощаться. И всего вам хорошего.